особо охраняемая природная зона, реликтовые можжевельники. Жители и гости курорта здесь отдыхают с большим удовольствием на протяжении многих лет. А по соседству в 20 метрах от уреза воды полным ходом возводят самострой. Незаконное строительство пресекли. Администрации города курорта оперативно сформирована межведомственная комиссия. В составе представителей муниципального контроля, прокуратуры, госземконтроля, участкового по Сухсевскому округу и направлен на Малую Триж. Появление комиссии на участке заставило строителей, ведущих работы, спешно бросить инструменты и убежать в лес, оставив после себя захламленные строительными материалами и мусором участок. Специалисты межведомственной комиссии провели проверку, выявили, земельный участок захвачен самовольно, документов нет. Здесь уже установлен добротный бетонный армированный фундамент. Кроме того, рядом расположен металлический забор с колючей проволокой протяженностью 109 метров, ограждающий участок приблизительной площадью 1590 квадратных метров. На нем 9 капитальных строений, назначение которых легко определить для приема отдыхающих. На одном из зданий табличка «Учебно-оздоровительный центр Анапского городского казачьего общества». По данному факту материалы направлены в Анапскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения. Сейчас устанавливается личность того, кто руководил самовольным захватом и незаконным строительством на земельном участке, не состоящим на кадастровом учете и, следовательно, не имеющим официального собственника.